перед собой что-то тащим, мешок цемента взял, в этом месте нагрузка на излом, чтобы сломаться, 580 килограмм. Перегрузка испытывает межпозвоночный диск. Это с первой поясничной, да, и 12, да? На излом. Вот перед собой подняли и что-то тащим. 50 килограмм. А здесь на излом уже 580 будет давить. Держать такую нагрузку. Почему рвутся коллагены? Одно из самых прочных волокон рвется. Если и тут не рвет, то замыкательную пластинку продавлю туда, позвонок уходит, крышу можно. Да, везде. Прям болят. Если бы человек как бы осознавал, что происходит, особенно при неправильном поднятии тяжести, совсем бы, я думаю, не геройство. Ну, нашего русского момента касается. Потому что об этом никто ни в школе, нигде не говорят. Если бы учили это, то как-то с детства. На своих ошибках, в принципе, конечно, я даже в школе раньше не было. Человек – единственное существо живое, которое убивает себя осознанно. То есть ни одно животное не станет есть отравленную пищу, правильно? А человек курит, да, или там бухает всякую ерунду, знает, что он умрет от этого. Или заболеет какой-то страшной болезнью, а вдруг принесет, да?